Всем большой привет, с вами Настя. В сегодняшнем видео я вам покажу, как сделать вот такое милое колечко с вишенками. Начнем! Итак, я уже отрезала леску, здесь примерно 40 сантиметров. Я брала с запасом. Плести мы с вами начнем с самих вишенок, поэтому набираем сначала 2 зеленые, а затем 2 красные бисеринки. Вот что у нас с вами получается. Теперь мы заводим с вами леску в первые 2 зеленые бисеринки. Делаем мы это вот так вот с левой стороны. Затягиваем. Мы получаем наши вишенки. Теперь надеваем 5 белых бисерин. Спускаем их к вишенкам и снова надеваем сначала 2 зеленые, затем 2 красные бусинки. Итак, мы спустили их ко всем. Теперь их отделяем. И снова вот так вот просовываем леску. И затягиваем. Вот. И снова набираем 5 белых бисерин. Спускаем к остальным. И набираем сначала 2 зеленые, а затем 2 красные бисеринки. Спускаем их к остальным. Еще раз показываю, что леску нужно просто завести вот сюда. А затем вытянуть и затянуть. Спускаем обратно. И вот мы с вами получаем вишенку. Таким способом мы плетем наше кольцо до нужного размера. Итак, чтобы закончить, мы с вами должны леску, где мы надели белые бисеринки, завести в самую первую зеленую бисеринку, с которой мы начинали. И затягиваем. Итак, мы с вами затянули и получаем 2 лески. Вот эту леску мы с вами проводим через все бисеринки вот сюда, и с этой делаем то же самое. Так, я довела обе лески до конца, вот здесь они теперь здесь вместе. Может быть, пока вы тянули, у вас образовалась вот такая прореха, но это не страшно, вы просто берете и вот так затягиваете. Затягиваете вторую, все затянули, теперь можно завязывать. Завязываем несколько простых узелков, этого будет достаточно. Так, теперь я обрезаю, но оставляю немножко лески, потому что я буду опаливать концы. Концы нужно опаливать очень аккуратно, но лучше попросить взрослых. И вот такое вот красивое колечко мы с вами получаем. На этом все, всем большое спасибо за просмотр, увидимся в новых видео.